Геи пускай себе идут, я бы милицию оцепления не ставил даже. Пускай спокойно, никто их не трогает там. Не поделят дорогу, побьются, пускай дальше идут. Отношусь очень нормально, все хорошо. Но выставлять это на показ, я считаю, не надо. Я считаю, что это не очень красиво, что это не очень правильно. Это божевілля якесь взагалі. Я не знаю. Я дуже негативно до цього ставлюся. Я вважаю, що дівчата мають кохати хлопців, а хлопці кохати дівчат. Взагалі дороги потрібно зробити, прежде чим щось проводити. Дітей не можна покатати. Не хочу я такий гей-порядок. Я не приймаю це. Я старий людина вже. Мені під 70. Я це не розумію, тому я вважаю, не треба. Зачем вони нам, ці геї, потрібні? Ви скажіть, для чого? Я не знаю, сейчас везде, в стране, в каждой, вроде, дают им зеленую улицу. Я считаю, что нам они не нужны. Отношусь безразлично к этому, честное слово. Мне все равно, если людям нравится, пусть ходят. Создавать такие праздники, чему бы это. Здесь, по-моему, где-то наблюдается политический подтекст. Я лично думаю, что это не нужно, потому что это не нужно выносить на публику. Если люди такие, то пускай они, ну, пускай имеют свою ориентацию, но на люди это выносить не нужно. Мы за свадьбу, за стандартные семьи, и чтобы люди любили друг друга так, как положено.